Остался последний небольшой вопрос, который нам нужно с вами обсудить, а именно вопрос о нашем диалоге с православными людьми, о каком-то нашем свидетельстве православным людям о нашей вере. Когда мы размышляем о таком диалоге, то первое, что нам необходимо для себя, это просто осознать некоторые сложности, с которыми мы почти неминуемо столкнемся. Первая сложность заключается в том, что православные изначально враждебны по отношению к протестантам, враждебны из религиозных соображений, потому что протестантизм не является подлинной церковью, если православный достаточно полно принимает свое собственное православное учение, то протестантизм, как отвержение истинной церкви, в общем-то где-то лежит очень близко к служению сатане, более того, православные враждебны по отношению к протестантам, потому что в православии распространяется огромное число мифов о протестантах, причем вот таких вот явно негативных мифов. Ну, просто как небольшая иллюстрация, да, такой анекдот, рассказываемый в православной среде, что вот звонок-дверь. На пороге стоит протестант и обращается к хозяину квартиры и говорит: Вы бы не хотели переписать квартиру на меня? Хозяин в недоумении: Что вы имеете в виду? Ай, да, порядок вопросов перепутал. А вы верите в Иисуса Христа? Это звучит смешно, но огромная масса православных убеждена, что главная цель протестантов ⁇ это отобрать жилье и имущество у других людей. Собственно, с этой целью протестантские церкви и создаются. А, да, также многие православные убеждены, и сегодня вот такая вот какая-то там а, националистическая истерия в нашей стране нагнетается, что протестанты это агенты Запада, что протестанты работают там на ЦРУ или, а, не знаю, там Госдеп или еще на кого-то. И вот это вот тоже, конечно, создает дополнительные сложности, поэтому просто... Чтобы для вас это не стало неприятным шоком, вы должны понимать, что в большинстве случаев еще до начала диалога к вам есть какое-то враждебное отношение. Если вы не являетесь там другом, близким родственником, там человеком, которого давно знают и так далее, что может смягчать эти отношения, то вот эта вот враждебность, она очень может быть, что проявится. Второй момент, затрудняющий диалог, православные воспринимают протестантов как явление еще и культурно чуждое, как явление такое американское, проамериканское. Ну, иногда протестанты сами в этом виноваты, и в стиле поведения, проповеди, пения, свидетельства, очень много всего американского, вот забавное явление. Но большинство протестантских проповедников, проповедуя в русских церквях, русским слушателям в своих проповедях используют примеры из западной жизни. Ну, это понятно, потому что в западных книжках их легко найти, но, с другой стороны, воспринимается это как что-то культурно чуждое, и таких элементов много, и надо понимать, что вот это вот ощущение культурной чуждости, оно создает некоторые препятствия. Следующая сложность, которую нужно иметь в виду, что протестантское и православное отношение к Библии не совпадает. Мы с вами уже говорили о том, что протестанты, ну, в идеале, конечно, но тем не менее приверженцы историко-грамматического смысла Писания, в то время как православные предпочитают если толковать Писание, то в рамках учения православной церкви толковать Писание через призму отцов. Более того, многие православные вообще устраняются от толкования Писания, потому как «ну я не святой, откуда же я знаю правильно, я понял или нет, толкование это только для святых, это только для отцов». И еще зачастую православные говорят «ну а Библия все равно наша книга, чего вы тут вообще» ее в руки берете и еще к ней, с ней к нам лезете. Поэтому наша привычная аргументация от отписания вот, затруднена самим фактом неоднозначного отношения к Писанию. Так что вот эти вот сложности нам просто для себя нужно осознать, чтобы здесь каких-то э, сюрпризов, по крайней мере, не было. Еще один момент, когда мы размышляем о протестантско-православном диалоге, вот в чем. И очень часто протестанты, ну, споря с православными, вот цепляются каким-то таким вот второстепенным вещам, ну, например, к иконопочитанию, тут же обвиняют православных в идолопоклонстве, ссорятся, ругаются и ни до чего разумного не доходят, причем расходятся, когда каждый невысокого мнения об умственных или моральных способностях собеседника. На самом деле ну, иконопочитание, конечно, важный вопрос, и это неплохое отображение того, что вообще происходит в православном мировоззрении, мироощущении. Но все-таки принципиальный вопрос не в иконопочитании. Мы не просто сравниваем о том, хороши иконы или плохи. Мы сравниваем две системы мировоззрения мы сравниваем два способа построения отношений с Богом, или, по крайней мере, взгляда на то, как строятся отношения между Богом и людьми. Поэтому, вот, может быть, вот эти вопросы, они более значимые. Далее, когда мы размышляем о возможности диалога, то я уже говорил об этом и еще повторюсь, мы должны понимать, что подлинное христианство, в том числе и в православии, возможно, так же как и подлинное язычество, возможно, в протестантизме, люди очень разные бывают, и нам просто важно для себя осознать, что мы не можем вот так э, скопом, чехом оценить целые конфессии. А на самом деле э, нам важно понять, что оцениваем мы, если, если есть возможность в диалоге для какого-то оценивания, мы не конфессию вообще, а часто оценивать и определенным образом есть смысл конкретного человека, собеседника, его взгляды. Понятно, что мы не заглянем в душу, но вот как на поверхности высказываются его взгляды, какая у него система мировоззрения. И второе, что, может быть, нам стоит отметить, что иногда важно оценивать общины. И в православии, и в протестантизме есть общины с достаточно здравым, библейским, благочестивым. А поведением и отношением. и есть общины и там и там, к которым лучше может быть и не приближаться. Поэтому вот два момента. Не говорите, не старайтесь говорить вообще сразу за всю конфессию, ну, когда речь именно доходит до диалога. Обращайте внимание на человека и обращайте внимание на общину. И когда мы обращаем внимание на человека, то первостепенная важность не в иконах, первостепенная важность в посвященности человека Христу. А большая беда людей, и в православии это более ярко бросается в глаза, зачастую. Но ну, я говорю, почему более ярко? Потому что у нас такое народное православие, когда понимающих суть веры это совсем немного, а большая часть только называют себя православными. Так вот, большая проблема людей в перевернутой системе ценностей. Когда Христос играет совсем небольшую роль во всем этом, когда человек ценит, ну, иногда себя, иногда он ценит там свою страну, государство, желает какого-то сильного государства. Когда человек ценит еще что-то, но вот в системе ценностей Христос занимает очень незначительное место. Нам просто важно помнить в диалоге, важно себе напоминать в диалоге, чтобы не сбиваться, не уходить куда-то в второстепенные вопросы, что принципиально это вопрос даже не о конфессиях, а уж тем более иконах, принципиальный вопрос о том, каковы взаимоотношения человека со Христом, какое место Христос занимает в его жизни. И вот теперь, когда мы вот, принимаем все вот эти исходные а, пункты, и все-таки мы желаем общаться, и все-таки у нас сложилась какая-то возможность для диалога с тем или иным человеком, есть расположенность, вы готовы общаться, то некоторое может быть, точки соприкосновения, которые могли бы быть полезны и которые вот иногда срабатывают в диалоге. Первая точка соприкосновения, если человек православный, если он настаивает на том, что он православный, то просто вопрос о том, ну хорошо, насколько у него получается быть православным. Как часто он участвует в Евхаристии, как часто он исповедуется, как у него получается бороться с грехами, как у него получается с исполнением заповедей, и с покаянием и со всем остальным. По той причине, что люди зачастую говорят, а я православный, все, меня не трогайте и так далее. Ну хорошо, ладно, ты православный. Ну, будь православным, но это твое дело. Хорошо, ты в церкви ты когда последний раз был православный в своей православной церкви. И, и, и это иногда важный вопрос при, при нормальных отношениях, который позволяет ну, человеку задуматься о чем-то. А, второй момент и вторая точка соприкосновения — это просто вопросы практической праведности. А, практическая праведность, ну, в конце концов, а, мы с вами сталкиваемся со скушениями, и православные сталкиваются со скушениями, я говорю, может быть, о каких-то особенно серьезно воспринимающих веру людях. Мы воспитываем детей, и православные воспитывают детей. И воспитание детей в таком, в общем-то, очень секулярном мире ⁇ это непростая вещь. И ну, просто как метод построения взаимоотношений, если вы хотите, чтобы у вас был добрый диалог, вот эти вот темы, они могут быть неплохим началом. Понятно, что эта тема может быть не всегда самоцель. Самоцель ⁇ это Христос. Самая цель. главная цель – это Христос, и в любом случае хорошо, если к этому все будет вестись. Но, тем не менее, вот такие вопросы, такие темы могут оказаться полезными. Ну и всегда помните, что православие – явление разнообразное. Когда человек сказал вам, что я православный, это может быть, что он глубоко воцерковленный, и может быть, что он просто язычник. Ну, да, крестился. И, может быть, и в церкви там потом больше никогда не был. И даже если он выцерковленный еще нужно разобраться, во что он верит в, в империю или все-таки во Христа. Поэтому общайтесь с людьми, а не просто с представителями конфессии, и старайтесь видеть перед собой человека, которому вы в чем-то можете быть полезным который может быть и в чем-то может быть полезным вам. Напомню вам о том, что и вам надлежит жить христианской жизнью, и это не всегда простой и не всегда хорошо удающийся процесс. С другой стороны, если вы протестанты, то, по крайней мере, у вас есть, или потенциально есть, не могу утверждать, но потенциально есть, а хорошее преимущество. Протестанты в целом хорошо знают Библию, ну, у них есть возможность для хорошего знания Библии, серьезно относятся к Священному Писанию, и это можно даже проиллюстрировать. Помните, я говорил, очень мало про протестантских толкований, на... то есть очень мало православных толкований на написаний, современных православных толкований, но протестантских огромное количество, есть очень хорошие, глубокие, замечательные толкования, поэтому... Ваша сила в том, что у вас есть откровение Священного Писания. Изучайте, пользуйтесь, живите, и, может быть, через это вы будете полезны, в том числе и православным людям, окружающим вас. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.